По-настоящему счастливыми мы чувствуем себя только тогда, когда здоровы и наше тело, и наша душа. В природе все в балансе. Есть то, что стресс создает, и то, что позволяет от него избавиться. Например, СПА-программы, в частности, антистресс-массаж. Антистресс-массаж направлен на снятие напряжения в теле. Плавные, выглаживающие движения позволяют расслабиться в повседневной суете, отогреться душой и телом и, конечно же, получить полный спектр массажа. То есть во время антистрессового массажа мышцы расслабляются, связочки растягиваются и получается вытянуть все тело. Чтобы полностью восстановиться после тяжелого дня, человеку нужен полноценный 8-часовой сон. Антистрессовый массаж дает тот же эффект за 1,5 часа. Это очень приятная процедура, которая позволит снять напряжение недельное, дневное. Будем ждать вас на массаж, потому что это оздоровление, это поднятие иммунитета и, конечно же, это уход за собой. В холодную осеннюю погоду прогреть свое тело и не дать вирусам запустить механизм заражения можно с помощью стоун-терапии – лечения камнями. Вулканические камни, нагретые до температуры, выше температуры тела, которые отдают тепло. То есть, если вы промерзли на промозглой улице, да, вы прибегаете к нам, и, конечно же, камушки отдают тепло. Движение камней происходит по энергетическим меридианам. Восполнение энергии, улучшение движения энергии. О пользе разогретых камней человечество знает с давних времен. Коренные народы Северной Америки считали, что камни лечат тело и раскрывают душу. Спустя годы о пользе этого ритуала стали говорить и психологи, и медики. Такая процедура уникальная. Она не может сочетаться ни в каких других аппаратных методиках. С помощью камней рук массажиста улучшается ток лимфы. Прогреваются лимфатические сосуды, и за счет этого поднимается иммунитет человека. Считается, что стоун-терапия улучшает кровоснабжение, ускоряет обменные процессы, расслабляет и снижает активность нервной системы. Давайте вспомним наше детство, когда нас лечили прогреванием солевыми мешочками, когда мамы, бабушки одевали нам соляные носочки, чтобы ножки у нас прогрелись. Во время стоун-терапии на каждой стопе у нас лежит разогретый камень, он меняется, то есть настолько прогреваются ноги, что идет прогревание всего тела. Как известно, любые вирусы погибают при температуре свыше 37 градусов. Вот так мы разогреваем поверхность тела, и все поверхностные вот эти вот бактерии, микробы, они погибают. Стоун-терапия противопоказана людям с высоким артериальным давлением, при высокой температуре, поражениях кожи и любых инфекциях. Стоун-терапия показана при астенических явлениях. То есть, если вы уже встаете с утра с кровати уставшей, возможно, у вас упадок сил. Возможно, вам не хватает именно энергии. За счет того, что тепло – это все-таки энергия, да, камни отдают ее, тело напитывается, и, конечно же, общий жизненный тонус повышается. То есть, это вообще вот такой вот прямо рецепт здоровья, прогреться, да, или это баня, или это сауна, или это вот такой вот стоун-массаж. Если коже требуется дополнительный уход, то к СПА-программе рекомендуют подключить обертывание. У нас есть обертывание, называется Burn Distress, например. Опять-таки, борьба со стрессом, прогревание локальных зон организма. Программа Dietetic позволяет бороться с отложениями, которые вызваны стрессовым заеданием. Все мы знаем, что в такую погоду, в дождливую, в снежную, нам хочется чего-нибудь горячего, возможно, сладкого и не очень полезного. Программа с ламинарией, то есть живая ламинария, водоросли, целые листы. Это программа, направленная на питание кожи, на снятие стресса и детоксикацию. То есть это огромный детокс. Водоросли специально для вас подготавливаются, размачиваются и покрывается все тело полностью. При массаже, при обертывании, при уходе за собой у нас повышается уровень эндорфинов в крови. А эндорфины – это естественные защитники нашего организма. То есть, когда человек рад, счастлив, когда он наполнен,
к нему болезни не цепляются. Это все врачи знают, что чем оптимистичнее человек, чем он счастливее, тем меньше он болеет.